Я в жизни не боролась за мужчин. Зачем? Ведь это, в принципе, неверно. По ряду обстоятельств и причин, а главное, бессмысленно, наверное. Не знаю, то ли гордою была, и это действо мне всегда претило, а может, свои нервы берегла и молча, без скандалов, уходила. Войны не объявляла никогда. Соперниц не стращала страшной карой, а просто уходила. Навсегда. Такой мужчина мне не нужен даром. Бороться и кричать «я не отдам», потом всю жизнь терпеть и унижаться, не верить ни глазам и ни словам и ежедневно за любовь сражаться. Спаси и сохрани от этих бед меня, Всевышний, нынче и впредь тоже. Любовь, она или есть, или ее нет. Тут третьего, по сути, быть не может. Пусть будет тот, кто не предаст любовь, кто будет тверд и в принципах, и в чувствах, кто испытал и знает эту боль, измен коварных с привкусом распутства. Я в жизни не боролась за мужчин, и 100%, что уже не буду. И даже тот, кто мною так любим, он тоже исключением не будет. Он есть, но не борюсь я за мужчин. И это мое правило, мой принцип. От юности до серебра седин. Одна из самых главных моих истин.